Рогозин очень умно выдвинул, и это очень интересно. Вот некоторые вот там рассказывают, ну, смотрите, мы как нищие, у нас есть люди, ну, посмотрите, у нас есть бедные люди, а мы это о Луне все думаем. Всегда нужно думать о чем-то больше. Но, и это, но в этом настолько мистический, романтический шаг в этом, что мы даже об этом не задумываемся. Но это великая идея, очень интересная. И опять же, это развитие науки. Никакое это, ну, это наука, наука, интеллект, экономика. Интересно, что там, как там будет, ну, как, ну, а вообще общаться нам, а выходить на какие-то орбиты, а посмотреть. Опять же, мы что, мы ищем наших, ну, близких людей, или кто там живет, мы ищем их, но еще пока не находим. Но я думаю, что они там есть, но мы их еще не находим. И, поэтому людям не дает, ну, нам хочется узнать, что там. Что там? И, ну, а поэтому это мистический, мужественный, очень романтический шаг России.